Всем привет! Меня зовут Алексей. Сегодня 28 февраля. Время 6:30. Другого времени просто не хватило. Решил съездить на дачу, посмотреть, как себя чувствует виноград, убрать продухи, они у меня были закрыты для проветривания. Но этой зимой настолько много снега было, что проволока не выдержала кое-где. Ну, я ее примотал так, вроде нормально, но кое-где не выдержала, объехала, снегом придавила все это. Поэтому пришел к такой мысли, что виноград укрываем от сильных заморозков. Ну, я не думаю, что будут уже настолько сильные заморозки. Поэтому я это все укрытие снял, причем с молодых кустов, со старых, все раскрыл, открыл. Здесь, конечно, кроты, ну, им очень больно под укрытием было. Чуть-чуть поразгребал эти кротовые норы, сравнял. И, наверное, я вам так скажу, так это все и оставлю, пока не просохнет. Уж не знаю, как... Я его еще укрою, но пока не знаю, когда. Либо, когда почка тронется, либо чуть-чуть попозже. Но уже, то есть сейчас пока укрывать не буду. Потом, когда все тронется в рост, накрою, чтобы создать более теплую температуру под укрытием, чтобы побег пошел. Потому что потом под этим укрытием он развивается, потом солнце боится, там, притеняй его, еще что-то с ним делай. Ну вот хочу попробовать так. Вот все, весь виноградник раскрыл. Все открыл. И молодые кусты, однолетки, и старые. Вот так вот все выглядит в таком состоянии. Все раскрыл. И так и оставлю. Ну, скажем так, надеюсь, что это будет временное раскрытие, я его еще буду укрывать. А может, и не буду. А так как у нас примерно сейчас на неделе две идет смещение температурных режимов, поэтому, может, и не придется. Неизвестно, какая будет зима. Главное, чтобы морозов сильных не было. Ну, а если уже там какой-то сильные морозы будут, ну, приеду, укрою. А так, дождь, снег, ну, я думаю, что уже почки ничего не будет. Потому что укрытием придавило. Ну, вот такой вот выглядит почерневший, как будто кое-где подгнивало. Поэтому так, на кирпичи приподнял от земли. Ну и все. Хотя вот под укрытием трава уже зеленая, начинает пробиваться, расти. Ну и с другой стороны, сейчас снежок, дождь, все это... Такой влагозаряд еще будет, потому что все укрыто. Потом, может, еще теплой воды подолью для старта. Буду смотреть по ситуации. Ну и радует то, что мыши ничего не съели, только кроты. Вот настолько взрыхлили, что у меня же здесь при ямке углубление, где ствол земли выходит, так сравняли все ровно, брал какую-то тяпку, разгребал чуть-чуть, чтобы хоть чуть-чуть освободить. Ну, потом у меня лоза вся была побелена, поэтому пусть дождем, снегом смывает. И, кстати, вот там, где западнее, я смотрел, у них побеги, там, может, на начало мая уже были метр, а у меня там сантиметров 10. Поэтому укрытие, конечно, чуть-чуть рост дает, но вот не настолько. Ну, в любом случае, хочу попробовать вот так, такое раннее раскрытие. А там будем наблюдать. И будет видно, как это все будет происходить. Надеюсь, что ничего такого катастрофического уже не будет.
И ничем этот раннее раскрытие не повлияет и не усугубит на раскрытие для почки, для всего остального, для роста. Вот. Поэтому, может быть, потом для какого-то старта, когда почка пойдет в рост, я еще укрою. Посмотрим. Так что пишите, что вы об этом думаете. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот будем наблюдать за таким ранним раскрытием. Вот такой вот эксперимент будет в этом году. Так что всем пока и до встречи на канале. Ждите новых роликов.